В честь Международного дня защиты детей во дворце школьников города Петропавловск прошли соревнования по робототехнике. Всего в нем приняли участие 50 команд общей численностью около 100 человек. Тему продолжит наш корреспондент. У школьников начались каникулы, а конкурсы у любителей робототехники продолжаются. Участники будут состязаться по 6 видам. В соревнованиях по биатлону, эстафете и другим примут участие не сами ребята, управляемые ими роботы. Женис Кендибаев приехал из села Сарытамар вместе со своим изготовленным механизмом. На его конструирование ушло 2 дня. Изготовление этого робота не заняло много времени. Мы с братом собрали его не менее чем за 2 дня. В районных соревнованиях мы заняли 3-е место. После этого, получив путевку на областные соревнования, мы сделали другого робота. Региональный конкурс проводится традиционно. На него приезжают победители и призеры районных соревнований. Общее количество команд-участниц в этом году – 50. Они будут состязаться в 6 направлениях. Это получается первое состязание – это Асхату, национальная наша игра, потом Архан-Тарту. Робот сумо, кеглинг квадро, биатлон и также эстафета. Необходимо отметить, что во дворце школьников действует множество кружков IT-направления. Ребята под руководством опытных педагогов разрабатывают уникальные проекты. По результатам соревнований на республиканский этап отправятся 6 команд-победителей. Елена Горбань, Улан-Удэ, Садиль Нуржанов, служба новостей.